Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 30 ноября успейте выполнить эту практику на полную луну. Полнолуние во все времена считалось магическим днем. И в этот день можно совершать ритуалы на богатство, здоровье и изобилие. День полнолуния обладает мощной энергетической силой. Вы очень легко в этот день можете наполниться энергией от четырех стихий. Это может быть вода, огонь, воздух и земля. Можно просто прогуляться по парку, по улице, либо принять расслабляющую ванну, либо просто посмотреть на горящую свечку в этот день. Вы обязательно наполнитесь энергией, которая будет вам помогать в течение следующего месяца. Но сегодня я вам предлагаю практику, которая позволит избавиться от всего негатива в вашей жизни. И несмотря на то, что это день полнолуния, но он очень сильно повлияет и очень поможет вам в вашей жизни. Практика простая, и она действует очень быстро. Вам понадобится просто чистый лист бумаги и ручка. На своем листе бумаги вы начинаете писать: «Я с легкостью и радостью избавляюсь от…» И здесь вы уже перечисляете, от чего вы хотите избавиться. Болезни, переживаний, курения, страха, лишнего веса и тому подобное. То есть у кого какая ситуация, можно несколько перечислить. То есть если у вас несколько проблем, можно перечислить несколько вариантов. Но каждый раз начинайте писать со слова «Я с легкостью и радостью избавляюсь от…» и написали один вариант и так далее. То есть вот на каждый вариант вы пишете сначала такие слова. Затем вы просто этот свой листок поджигаете, и когда он полностью у вас сгорит, пепел пускаете по ветру. Это можно выйти на балкон, либо открыть окно. И обязательно с благодарностью вы должны развеять пепел. И вот после проведения данной практики в вашей жизни начнутся неожиданные улучшения и в очень быстром времени. Вот попробуйте и будете очень приятно удивлены, насколько у вас быстро пойдут изменения.